6 марта. Дальше Спартак Чистяков на лошади по кличке Зелая. КСК Карцева, Московская область. Перепрыжка. Высоту подняли до 150. Спартак Чистяков закончил перепрыжку за 42,4 секунды, 4 штрафных очка. 6 марта, церемония награждения. Начинаем награждение победителей и призеров чемпионата города Москвы по подбору помещений. Награждение проводит главный судья соревнований Мария Печинкина, старший судья соревнований Ольга Мягкова, дочери Федора Васильевича Метелькова Ирина и Наталья. В результате проведенных соревнований в маршруте номер 8 до 145 сантиметров. Кубок памяти Федора Васильевича Метелькова. Четвертое место заняла Анна Горбачева на лошади «Лавелин Леса», частный владелец город Москва. Она награждается 10.
рушат с памятной розеткой. Третье место заняла Виктория Крашевич на лошади «Оливия». Он спортивный клуб «Раздолье», Московская область. Она награждается бронзовой медалью, денежным сертификатом и лошадь с памятной розеткой. Второе место занял Спартак Чистяков на лошади «Зелоби». Он спортивный клуб «Карцева», Московская область. Он награждается серебряной медалью, денежным сертификатом. Его лошадь с памятной розеткой. Победителем Кубка памяти Федора Васильевича Мельхова стала Елена Генц на лошади «Ростела», частный владелец, город Москва. Она награждается кубком, золотой медалью, денежным сертификатом, специальным подарком от семьи Мельховых, букетом цветов и лошадь с памятной розеткой. Также все победители и призеры награждаются сертификатами на оформление редакционной подписки журнала «Комный парк». В абсолютном первенстве по сумме штрафных очков машина номер 5 и номер 8 и занятым местам маршрута номер 8. Третье место заняла Виктория Крашевич на лошади «Оливия», конно-спортивный клуб «Раздолье», Московская область. Она награждается кубком, букетом цветов, подарком от Федерации конного спорта города Москвы и лошадь с памятной розеткой. Второе место занял Спартак Чистяков на лошади «Зелоби», конно-спортивный клуб «Карцева», Московская область. Он награждается кубком, памятным подарком от Федерации конного спорта города Москвы, букетом цветов и лошадь с памятной розеткой. И победителем чемпионата города Москвы по конкурсу помещений 2014 года стала Елена Генц на лошади «Ростела», частный владелец, город Москва. Она награждается кубком, памятным подарком от Федерации конного спорта города Москвы, букетом цветов и лошадь с памятной розеткой. Победители призеры абсолютного первенства чемпионата города Москвы награждаются сертификатами на оформление редакционной подписки журнала «Конный парк». Также подарок от Федерации конного спорта города Москвы мы хотим вручить дочерям Федора Васильевича Мельхова, Ирине и Наталье. Уже год как этого человека нету с нами, но его душа и сердце продолжают жить в его учениках. Ну а мы поздравляем всех победителей и призеров соревнований, желаем дальнейших спортивных успехов и предоставляем право совершить круг почета. Перед трибунами победители и призеры чемпионата города Москвы по конкуру Елена Генц, Спартак Чистяков, Виктория Крашевич и Анна Горбачева. Еще раз поздравляем победителей.